На торжественной церемонии присутствовал губернатор. Вениамин Кондратьев посмотрел автобусы и проехал в одном из них. Первое, что отметил глава региона, это современная система безопасности внутри машин. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно, чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы – это не только процесс обучения, воспитания, это не только праздники школьные, это, конечно, и дорога в школу. Какова она будет, дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной, дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. 70 автобусов уже сегодня приедут в школы своих районов.